дам приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на священную войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенно, если рана небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорой победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я? Как я твой узнаю в путь? Все равно, сказал он тихо. Напиши куда-нибудь. No.